Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7. Сегодня буду ремонтировать правый бок. Итак, две двери и переднее крыло замена. Остальное разберем, увидим. Разбираем. Итак, эту ямку на заднем крыле и порог я буду делать при помощи споттера. Также ремонтировать будем переднюю стойку. Но сейчас первым делом я отремонтирую крыло и порог. Крыло я отремонтировал, тут немного было. Теперь приступаю за ремонт порога. Вытягиваем все ребра жесткости. Порог и крыло сделаны. Теперь приступаю к ремонту передней стойки. Первым делом вытягиваю петлю.
Ну что, вытянул петлю, удалил поврежденный металл и теперь вытягиваю внутренние усилители. Теперь на столе отравняю удаленные части. Для продолжения ремонта передней стойки устанавливаю заднюю дверь. Как видите, закрывается, открывается и даже ровный зазор. Теперь повесим переднюю дверь. Для этого прикручиваю нижнюю петлю. Сразу не привариваю, прикручу на саморезы и затем повесим дверь. Если все нормально, тогда сварю. Дверь стоит хорошо, свариваю все обратно. Итак, стойку сварил, все обработал, чтобы не ржавело. Теперь могу повесить двери, выставить зазоры, затем прикрутить переднее крыло. Ну что, все детали установлены, зазоры все в норме, и на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Машину покрасили, и я ее собрал. И на этом работа моя закончена. А у меня на этом все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!